Четыре полосы, большой поток машин и пешеход, который боится даже ступить на переход, пока автомобили не остановятся. Такая картина наблюдается на Эдемана уже не один год. Через раз останавливаются. Хоть с ребенком идешь, хоть один. Уже же приезжали, что да, вот собирались люди, что полицейских надо ложить лежачих или светофор ставить. Они едут как с трассы, они идут здесь по всей дороге. Ну так скорость пик скидывают, скидывают скорость хоть. И фикчи скидывают, и проходят так. Пешеходный переход на улице Эдемана забрал уже не одну жизнь. В прошлом году переходившая дорогу женщина погибла на месте после того, как на нее наехал автомобиль. Еще один случай произошел в этом. Правда, теперь под колесами оказался мужчина, который после сильнейшего удара сначала впал в кому, а затем скончался. В связи с этим администрацией города совместно с ГИБДД была проведена комиссия по безопасности движения. Были вынесены следующие предложения, что в текущем году заложить проект бюджета следующего года денежные средства на устройство пешеходного перехода с установкой транспортного и пешеходного светофора на данном участке, соответственно, с оборудованием ограждением, ну то есть полный комплекс, включая светофорные объекты на данном участке. Расчет средств уже произведен. Если проект одобрит Совет депутатов Канска, то уже в следующем году опасный пешеходный переход наконец станет регулируемым участком. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5-й канал.